Привет, я Наташа Бай. В этом уроке мы рассмотрим такую функцию программы «Трактор», как луп-рекордер. Она позволяет вживую записывать и воспроизводить лупы, что поможет разнообразить твой диджей-сет или же привнести в него элементы лайва. Для начала рассмотрим основные настройки данной секции. Источник сигнала. Мейн записывает весь звук, проходящий через трактор. Иным словом, мастер-сигнал. Q записывает сигнал Q, или тот, что мы слышим в наушниках. EXT записывает сигнал на канале посыл-возврат. AUX записывает сигнал, входящий в AUX, например, микрофон или любой другой источник звука. DriveAd регулирует громкость сигнала, воспроизводимого в секции луп-рекордера, относительно сигнала на мастере. С помощью кнопки Size выбираем размер записываемого лупа. 4, 8, 16 или 32 удара. Кнопка REC начинает и останавливает запись. Кнопка Play останавливает луп и запускает его. С помощью кнопки Undo можно отменить предыдущее действие. Кнопка Redo вернет это действие в секцию лупа. После остановки лупа можно удалить его, нажав кнопку Delete. Также луп можно сохранить и закинуть на ремикс-деку, после чего воспроизводить его уже на этой деке. Таким образом, мы можем записать несколько лупов в течение сета или же перед ним и пользоваться ими на ремикс-деках. Теперь вы знаете, как работает луп-рекордер. Попробуйте применить эту функцию в своем сете. А больше полезных и интересных видео смотрите на нашем канале.